Роковую ошибку совершил мужчина, перебегая дорогу в неположенном месте на улице Белинского. В темное время суток 53-летнего пешехода сбил Volkswagen Jetta. Удар был очень сильным. Пострадавший получил многочисленные переломы и погиб практически мгновенно. Нафиса Аминьязова была на месте происшествия. Он выбежал в неположенном месте. Все, больше ничего не скажу. Вышли, пытались помочь? Да. Уже не дышал, я так понимаю. Да. Больше ничего говорить на камеру 19-летний парень не стал. Лишь добавил, что после наезда остановился и подбежал к сбитому пешеходу. Уже на тот момент 53-летний мужчина не подавал никаких признаков жизни. Автомобиль Volkswagen Jetta двигался по улице Белинского со стороны улицы Челюскина в направлении улицы Копылова. Именно здесь мужчина, одетый во все темное, решил перейти дорогу в неположенном месте. И этого решения оказалось роковым. Иномарка сбивает его. Удар был настолько сильным, что мужчина упал на землю лишь через несколько десятков метров. Ближайших пешеходных переходов в зоне видимости нет. По правилам дорожного движения в таких случаях пешеход может перейти дорогу. Но он не должен создавать помехи автомобилям. По предварительным данным, мужчина это правило проигнорировал и, не убедившись в безопасности, вышел на проезжую часть. В результате наезда он получил многочисленные переломы. Шансов выжить при таких травмах у него не было. При этом, как считают очевидцы, водитель иномарки двигался на очень высокой скорости. Машина получила серьезное повреждение. Обстоятельства произошедшего и степень вины участника ДТП будет установлена в ходе проведения следственных мероприятий. Какое наказание понесет водитель, уже решит суд.